Приветствую вас на канале Дания Комьей. Сейчас мы с вами рассмотрим линейку внутренних фильтров компании Дофин, серия KF от 150 до 350 модели. Они все предназначены для маленьких аквариумов, то есть это эконом-сегмент техники, учитывая, что это Китай, но Китай с гарантией. На сегодняшний день она у нас гарантия 1 год, и пока что производитель и официальный поставщик в Украине не собирается менять этих условий. Все модели у нас сейчас продаются с гарантией на 1 год. Для Китая это достойный показатель, я хочу сказать. Рассмотрим, начнем рассматривать с самой большой модели, 350-я, именно из этой серии. Вообще у производителя Дофин, конечно, есть модели и сильно покрупнее, и помощнее. Здесь у нас сразу идет вот такой типа гарантийный талон. Вкладыш такой бумажный. В пакете сам фильтр и больше ничего. Коробка пустая. В пакете с фильтром у нас размещается шлангочка подсоса воздуха. Она же инжектор. Как хотите. Вот такая скобочка пластиковая, которая вроде как может фиксировать патрубок на борту стекла, то есть на торце. Ну, не знаю, насколько надежно она может его держать. Сомнительно это дело. И сама насадочка фиксируется в корпус вот таким вот образом. На первый взгляд, получив этот фильтр, аквариумисты всегда утверждают, что деталь не отсюда. И действительно, она сразу не идет в паз. Я не знаю почему, но вот сколько я их открывал, честно говоря, не помню, чтобы вот сразу гладенько вошла. Но, вот смотрите, фокус-фокус. Раз, вошла. То есть деталь отсюда. О чудо. И она поворачивается. Вот на 90... Нет, не на 90, 180 градусов. То есть вот такой у нее поворот. От края до края. Ну и дальше уже шлангочку там фиксируете, зажимаете, чтобы она была у вас на воздухе и не погружалась в воду. Иначе не сработает принцип подсоса воздуха. Такие очень простые в сборке, в материалах, в присосочках. Присоски тут такие сзади символические. Ну, все как бы соотносимо ихней цене. Фильтры очень бюджетные. Для начинающих аквариумистов, для детских аквариумов, где просто нужно, чтобы была циркуляция воды, не было застойных зон, чтобы хоть что-то фильтровало воду, а не так, как просто накидали рыбок, налили им, слава богу, воды, вроде бы грунта не забыли насыпать, ну и на этом забыли про аквариум, он у нас замутнел, рыбы страдают, погибают. То есть, чтобы обеспечить минимальный уровень потребностей, я думаю, этого фильтра будет достаточно. Но по функционалу и качеству сборки, вот видите, что я его раскрываю, выпадает крышка роторной камеры. На ней же шторка, регулятор потока воды, то есть она или больше перекрывает, или полностью открывает отверстие проходимости воды от ротора. Ротор здесь такой белый, ключаточка такой очень компактный. А это 350-я модель, то есть это самая сильная сегодня рассматриваемых. Ну и там у нас стальная ось. Собирается также последовательности в той же у нас. Здесь вот такая губка-вкладыш. Вкладыш из качественного поролона. Губка такая очень хорошая, я сказал бы. Средней пористости. Вся дышащая, то есть нет запаянных пор. По крайней мере, на глаз не вижу. Должна хорошо прокачиваться водой через себя и оказывать максимальную полезность при своем объеме. Все, что он может. При сборке можно выронить вот так вот присоску. Случайно не заметив, собрать, поэтому будьте бдительны. Именно нижняя пара присосок может выпадать. У нее тут открытый паз. Корпус вот таким же образом собираем, следим, где у нас шторка, чтобы ее не сломать. Все-таки маленькая полезность от нее есть. Ну, вот так вот собрали и все. Дальше в розетку. Фильтр 4,5 ватта у него мощность.
максимальная температура работы 35 градусов, не включать без воды, пишут они на своей этикеточке. Работать он должен полностью в погруженном состоянии. Не бойтесь, его можно погружать полностью, вплоть до шнура. Ну, можно даже на дно аквариума размещать, ничего плохого не произойдет. Они полностью герметичные. Для сравнения также покажу вам остальные модели. Теперь перед нами все модели КФ серии. 150, 200 и 350. Между собой они отличаются немножко размером. Будут отличаться размером губки. То есть губка тоже отличается. По мощности, начиная от 3,2 ватта. Средняя модель у нас 3 ватта. И самая большая 4,5 ватта. По производительности у нас тут... Таблица у нас тут очень удобно расписана. Самая маленькая у нас качает 200 литров в час, средняя 240 литров в час, и 350-я модель качает у нас 280 литров в час. Разница очень минимальная, то есть, ну, конечно, там одна модель может справляться с 30 литрами, самая маленькая, к примеру, ее можно ставить и на 15 литров, и на 20 литров. Бури в стакане она вам не создаст. Учитывая... Если, к примеру, это детский аквариум, то лучше берите модель с запасом, вплоть до того, что 350-ю. Чуть реже ее придется промывать, она больше окажет полезности. Ну, то есть не пожалеете, разница в цене очень маленькая. Ну а дальше каждому свое, дело вкуса святой вопрос, решайте сами. Если понравился данный видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч.